Во Львовском горсовете снова обыски. Сотрудники СБУ заинтересовались департаментом образования. Потребовали предоставить им документы, связанные с электронной регистрацией в детские сады. Силовики ситуацию не комментируют, а сами чиновники сообщили, вероятно, в СБУ пожаловались родители, дети которых не попали в детсады в этом году. Всего в городе около 4000 малышей не приняли в дошкольное учреждение. Но в департаменте образования уверены, родители виноваты сами. Мы смогли им дать копии наказов управления, которые стосуются ответственных осіб, копии положения про электронную регистрацию и копии решения виконавчого комитета щодо функционирования электронной регистрации детей до дошкільних навчальних закладів.